Одесской мэрии всегда не хватает денег на самые необходимые нужды города. Зато на праздничные командировки чиновников они есть. Очередную такую поездку за счет бюджета Геннадий Труханов совершил в Германию. Повод для поездки в немецкий город-побратим Одесса-Регенсбург, по мнению Геннадия Труханова, вполне серьезный. Там, на набережной, открыли подаренный нашим городским советом туристический символ – якорь сердца, отлитый за наши же деньги. Директор департамента культуры и туризма городского совета Татьяна Маркова поспешила радостно сообщить об этом эпохальном событии раньше сайта города. Регенсбург – открытие якоря сердца. Мы ждали этого 2 года. В самом сердце старого города, на набережной, будет красоваться символ Одессы. Позднее появилось официальное сообщение о визите в Регенсбург не только самого мэра, но и сопровождающей его делегации. В первый раз все они прокатились туда 2 года назад, просто передать якорь. Такие же якоря установили в городе-партнере Одессы Ларнака на острове Кипр, затем в 2 городах-побратимах. Сначала в Марселе, на солнечном южном побережье Франции, куда, конечно же, ездил наш мэр со своими соратниками. Позднее в Генуе, на таком же солнечном берегу Италии. Buongiorno, tutti molto piacere. Oggi è una giornata storica per me e per noi. Большого стечения народа нигде не наблюдалось. Иначе фотографии или видео обязательно выложили бы на сайте мэрии. Видимо, население городов-побратимов мало интересуется подарком одесского мэра и вообще нашим городом. На сессии городского совета 29 июля якорная программа вызвала закономерное возмущение оппозиции. Мы хотели бы предложить следующий якорь отправить не куда-то там во Францию, а отправить его вот не так далеко по адресу Черноморское казачество 30, 36, 35 и Атамана Головатого 26, 28. У них там как раз сейчас морская атмосфера у местных жителей. Люди до сих пор не могут оправиться от потопа, коллектор не работает и в результате стихийного бедствия пострадало множество жильцов. Вода в квартирах просто по колено и некоторые в итоге попросту негде ночевать, у них нет сменной одежды. Очень символично получится, потому что мы все дружно идем на дно. Я думаю, жители местные тоже очень оценят такой подарок. И это к чему? Я к тому, уважаемые коллеги, что на материальную помощь у нас вот денег нет, да? А бронзовые якоря по 250 тысяч гривен есть. Городской голова оставил выступление без внимания. В планах мэрии установка якорей в Пирее, Хайфе, Стамбуле и Марракеше. Значит, наш городской голова с делегацией слетает в Грецию, Израиль, Турцию и Марокко. Сколько стоят разъезды, в праздничных сообщениях мэрии не говорится. Изготовление одного якоря обходится в 250 тысяч гривен, плюс доставка на место. В сумме из городского бюджета утекают миллионы.